Регулирование технологических процессов на производстве традиционно требовало непосредственного участия инженеров-технологов в происходящем процессе. И необходимость его участия была причиной повышения цены производимого товара и увеличила вероятность сбоя в случае потери внимания со стороны наблюдателя. В процессе случаев подобный контроль мог быть автоматизирован со временем появления механических термостатов. Устройство, которое изменение одного фактора, в данном случае температуры, приводило к непосредственному изменению режима управляемого устройства. Однако в том случае, если зависимость между этими процессами носит нелинейный характер, требует устройство, получившее название интегратора или контроллера. Одним из первых промышленных интеграторов был автоматический контроль сгорания, созданный в 1925 году Бернардом Франклином. Самотехнически этот прибор являлся совершенным вариантом моста Вилли, который присутствует в полученном потенциометре, управляемый по определенным законам электрическими двигателями. Зависимость между ними устанавливается при помощи регулировки. Контроль изменения значений сопротивления производится при помощи вывода этих значений на экран стрелочных галванометров. Кроме главных изменений сопротивления, участок моста могут быть экстренные переключаемые, называемые контактными датчиками, содействуя в том случае, если происходило нарушение технологического процесса, требующее вмешательства оператора. Интеграторы подобного рода были первыми вариантами промышленных защитных устройств. Их использование было важным этапом в деле автоматизации промышленного производства.